Здравствуйте. Я хочу вам представить самого себя, вот лично персона. Я хочу сделать какое-то представление. Вы извините меня, что я в очках. Вот хочу сделать такую немножко видуху. Снять на мобильном телефоне, а собрать в компьютере. Вот примерно так. Вот я себя снимаю на телефон, потому что здесь камера лучше. Вот, Ну что мне еще сказать? Ну, буду собирать это видео. Вы это все увидите на канале. Канал у меня на Ютубе очень прост. Только подсказок и все. Хочу сказать некоторым людям здесь, которые будут смотреть это видео, ну, не те люди, которые меня знают на моем канале, а другие люди. Короче, люди, если вы хотите что-то делать, вы делайте это все нормально. Я тоже могу сделать все это, понимаешь? Могу вот посредством такой видеосборки это все сделать, такой маленький миниатюрный фильм со своей музыкой. Вы услышите музыку, музыка тоже моя, сам сочинил. Вот. Посмотрите, оцените, если ставите вот это хорошо, если так поставить, тоже я не обижусь. Понимаете, на обиженных воду возят, понимаете? Начинаю здесь, еще продолжаю снимать на мобильном телефоне такие мини-зарисовки, вот. Сейчас сидел на одном ресурсе, да, и удивляюсь, какие люди, вот, те люди, я не говорю про тех людей, которые меня знают со стороны тех, кто проживает на Украине, но живут они сейчас в Америке, вот, но у меня там сестра тоже двоюродная, вот. На юго-восток, на юго-запад, вот. Я о чем сейчас хочу сказать? Эй, вы, люди, вы же все равно засмотрите вот это мое видео. Я вам скажу, чтобы вы посмотрели. Вам пошлю в Discord и вот это видео. Люди, не завидуйте, если не знаете это место, где вы не были. А посредством интернета вы не узнаете, все. Надо это смотреть, топать, все, обойти и просмотреть глазами себя наяву. Вот так вот, примерно.